Ну что, остается у нас совсем немножко, всего лишь 2,5 минуты до захвата. Единственное, что неудобно сделали, у нас лагеря в это время появятся. То есть я не успею на самом деле лагеря. То есть я сейчас быстрее всего отправлю F1. Поставлю пару выживших на лагеря. Все равно других вариантов нету. Вот 23-й снимаем. Они все тем более там находятся. Пару-то лагерей я в любом случае возьму. Но вот больше я, наверное, не успею. Потому что я сейчас F1 отправлю сразу атаковать. И возьму пару лагерей. То есть вот так 12 выделю. И 13 выделю. Там дальше уже как пойдет. То есть будем отталкиваться от этого. Ну, давайте смотреть, что получится. Смотрите, ком-9 у нас защищает 25 и 23. То есть сначала нужно побеждать 25-х. 25-й 3 миллиона. Но нам вот этой вот армии хватает, чтобы их победить. Ну и, соответственно, 23-й, они на порядок послабже. Я смогу их атаковать 3 отрядами по 1,5 миллиона. Но единственное, нужно эти отряды будет переставить. То есть сюда мы переставляем. Главное не забыть, сюда мы ставим Рика. Ему надо будет дать лучников. А сюда мы поставим Альфу. И еще переставить нужно будет бронепоезд мой. Так. Ну что, остается совсем немного. 55 секунд. Давайте немножко выдохнем, потому что нам нужно залететь на первое место. Для чего? Вы сами понимаете, для чего. Вот для вот этих очков личная благодарность. Награда за захват. Но это чужой клан, поэтому я думаю, мы останемся без наград. Ну что? Летим забирать. Фу. Тут еще за первое место, блин, один день ускорений, как-никак. 2000 кристаллов. Очень нужная вещь. Все, полетели. Так, а что мы делаем? Да, конечно, вот я тебя-то почитать-то только и мечтал. Так, сразу же назначить. Что такое? Я еще назначить не могу. Прекрасно как. Почему они не назначают? Так, ладно. Первым мы атаковали. Так, Алекс очень быстро возвращает его. Странно. Надо, видимо, перезайти, чтобы на лагерь назначить. Так, мне нужна атака, и мне нужна будет с ускорением атака. Надо по-любому успевать. Так, тут же перезаходим, потому что почему-то лагеря не могу захватить. Не могу лагеря захватить, нужно срочно перезайти. Так, вылечить. Прикинь, о, захватился. Прекрасно. Так, что у нас? Вот это может быть плохо, потому что он не полный. Но я надеюсь, он не справится. Да, ё-моё, конечно, у меня там ничего нету, ни воды, ничего. Так, ну, я вроде победил, да? Все. Срочно. Срочно переставляем. Так, он сейчас возвращается. Так, F2. F2 может бежать атаковать. И сейчас мы будем F3 перекидывать на F3. Так, на каком мы там месте-то?
на четвертом. Ну, неплохо, неплохо. Так, сюда Рика. Ему лучников. Сюда альфу и бойцов. Лошадей. Нужен автобус. Подтвердить все. Поехали. Атака. Атака. Так, что мы успеем? Я думаю, мы успеем еще тут позавоевывать их. Так, 11, 10. 9. Ага. Скидываем, назначаем. То есть видите, как нужно быстро все делать. Атака. Поехали. Так, этот пробил. Мне главное, чтобы... Отлично, все три пробили. Так, лечим сразу, потому что... Оу, щит. Что-то это неудобно, у меня все так расположено, ужасно. Это еще... Все ресурсы не вовремя, как я потратил. Атака. Атака. Что-то как-то притормаживает. Так, ты мне там что уже предлагаешь-то? Да как так-то ресурсы кончились? Не вовремя улучшение закинул. Так, F2 нужно сразу отправить сюда. Давай, F2 побежали. F2 побежали. Так, 8. Захвачено. 7. Захвачено. 6. 6 не захвачено, значит, скидываем эту и ставим на захват. 5. 5 захвачено. 4 захвачено. 3. 3 не захвачено, быстренько сейчас скидываем ее. Ставим назначить. Отлично. Так, F1 успел вернуться. Поехали в атаку. F3. Поехали тоже в атаку. Так, срочно всех лечим. Это очень плохо, что у нас с ресурсами беда такая произошла. Так, нужно... Не будем сейчас ресурсы собирать. Так, F2. Побежали. Так, у нас без поражений мы идем. На каком мы месте самое главное? Нам самое главное место. Мы четвертые. Пятый — это 580. О, так нормально, мы успеваем. Вот, вообще без проблем. Сколько еще... 492 там. Там еще их много. Так, один. О, еще один остался. Так, вот с этого надо скинуть. И эту синюю посадить. Все прекрасно. Так. Так, мне сейчас нужно на F4 будет перекинуть отряд. Может, и не будем перекидывать, может, и так будем добивать. Сейчас посмотрим. Все, отлично, мы тут вообще очень хорошо идем. Сейчас Винтера уже обгоним. Так, побежали. Так, вылечить. Мне что нужно? Мне вообще все нужно. Перейти. 8 миллионов мяса, поехали. Лечить. Ускоряем, потому что у нас что-то много, много потерь. Так, а что у нас там за красные линии? Кто бы сомневался, что они начнут жечь? Я бы как-то даже и не сомневался. Он только один прилетел. Так, Алекс полетел в Му. Красава. Давай. Турборежим. Ба. Сейчас Му улетит отсюда. Так, тут Сидаэля кто-то подпалил, да? Ну, тут вроде он только один Му.
Экс-красавчик там. Нифига нам кто-то еще полетел, да? Так, тут еще Биг Дэдди в него поехал. Май. Мужики там его поджигают, спасают. Я думал, их больше прилетит. Че он один-то так как-то грустно? Один-то он, бедняжка, тут сгорит сейчас. Улетел куда-то. В неизвестном направлении. Так. 20. Ну, этих я, наверное, навряд ли пробью. Чтобы F4, мне нужно перекинуть тогда полностью с F3 на F4, и тогда у меня будет двое только бить. Ну и ладно, да? Так, что у нас с хлебом? С хлебом, с хлебом, с хлебом, с хлебом. У нас все в порядке, в принципе. Десяточку надо и докушать. 391, там еще много. Атаковать и атаковать. У нас там еще много. Так, ну все, он вроде улетел, да? Не видно, чтобы он тут где-то был. Так, F2 у нас может пока продолжать атаковать. Нам нужно F2 просто скинуть на F3, а F1 на F4. И тогда захват пойдет нормально. Ну да, тут 23-то левелов много надо пробивать. Если, слушайте, если бы они действительно прилетели всем кланом, они бы могли вообще бы нам спокойно помешать Ком-9 забирать. Это я вам на полном серьезе говорю. Так, 11, 29, 30. Так, сейчас мы F2 на F3 перекидываем. Пускай на F2 еще остается. Сейчас F3 и F4 будут бегать. Так, снимаем. Снимаем. Снимаем, это будет F4. Так, 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 мне тут нужны, ага, супер, так, 1 547 000, так, тут снимаем, тут тоже снимаем, F3 у нас будет из губер, этот и этот, так, у нас тут будут лучники, 1,5 миллиона и вот этот. Сейчас посмотрим, пробьем F3, так, F3, F4, понеслась. Безрассудная ярость, да, атака есть, поэтому пробиваем. Точно надо всех же вылечить. Перейти, использовать завершено, лечить, 2.36. Очень неплохо придется потратить для того, чтобы это все получить, на самом деле. Так. Че, все, все живы, никто больше не пошел. Так. Смотри, мешает. Я говорю, если бы они как бы всем кланам бы прилетели, тогда бы это было больно. Отлично. Потрать его хлеб весь. Так, сколько у нас там? 305, нормально, терпимо. Победа отличная. F3 мы победили. Впритык, правда, но победили. F4 без проблем победили. Так, поехали. F3 тратим до конца. Сейчас F4 будем тратить до конца. Где эта мушка? Мушка. Мушка, мушка. Я говорю, если бы они прилетели все, тогда бы это реально было бы печалька. Тогда бы это было очень неприятно. Так как он прилетел один, он помешать, конечно же. Так, стоп, блин, мне бы сейчас саму бы не сгореть. Кто его там, Алекс? И давай, бух, красавчик. Очень эпичный. А представляете, как сложно будет Ком-10 захватывать в этом плане? Так, тут
почти вернулись. Что он улетел? Сейчас ко мне бы он не прилетел. О, вот он. Всех поджигает. Какой засранец, а посмотри. Три. Блин, если он в меня прилетит, это будет очень неприятно. Ужасный негодяй. Ну это да, что-то мне так кажется. Надо F1 убрать. F2, F3. Сейчас уберем. Смотри, разошелся. Ага, поражение от кого? F3 проиграли, это плохо. Да, неплохо он тут сжигает, я смотрю. Я говорю, он неправильно сделал, что он полетел один. Это он очень сильно неправильно сделал. Так, F3, давай переделаем F3 быстро. Здесь нужно F3 сюда переделать. Так, F3 у нас что тут стояло? Шейн, Бойд и Рики. Так, это был Рики. F3, тут были лошади. Давай F3 лошади. F2. Губер, Билли, Розита, лучники. Сюда мы ставим так. F4 сниму. Сейчас не сгореть бы тут еще, пока я тут переставляю. Тут так невзначай еще подгореть можно очень неплохо. Так, F1, F2, поехали. F1, атака, F2. Так, F4 мне нужно поставить, чтобы он меня случайно не сжег. Для этого нужно... Так, F3, стоп. Вот этот должен быть. F2. F2 у нас должны быть... Кавалерия. Так. Смотрим, я все думаю... На нас он прилетит, либо не прилетит. Где он там? Муха. Муха. Куда-то улетел. Пока непонятно, куда улетел. Если что, F3 надо будет в пот закидывать. И F4 тоже куда-то надо будет скидывать. Чтобы не так больно было гореть. Потому что я смотрю, всех подожгли. Один пока я только, да, не горю. Не знаю, к лучшему это или к худшему. Так, сколько у нас там? 187 атак. Какое у нас там место-то? Мы третьи. Четвертые. Нужно в пятерке остаться. Так, надо следить, чтобы нас еще не сожгли до кучи. Где он там есть? Есть он там где-то? Нету его там где-то. Так, здесь пока, я думаю, хлеб... Но в любом случае, нет, надо потратить нам хлебом. 15-20, тут еще есть 20 хлебом. Так, давай. F1, F2, поехали. F1, F2. Все, он больше не прилетает сюда. Гонщик этот. Ну, было весело в любом случае. Сколько там? Блин, я что-то чувствую, ком-10 это будет очень сложно захватить, потому что тут 25-23, а там-то вообще 24 будет. Их там 750. Я думаю, что это будет не совсем так просто, как хотелось бы. Так, смотрим, что у нас тут вообще происходит. Так, мы четвертые, прекрасно. Так, ну все, он налетался, видимо. Он поджигался. Я думаю, что ему достаточно больно было за такие поджоги. Так, атака. Сколько там еще у нас? 136 зомби. Ну нормально, мы справляемся, еще времени куча. Да нет, так, таком 10 мы должны
одни захватить просто. Там нужен прям реально мощный, мощный набег. Говорю, если бы они прилетели всем кланам, вот это было бы тогда, да. Это было бы очень-очень больно. Так, F1 мы, в принципе, можем скинуть на какой-нибудь F2, F3 для атаки. Как думаете? Чуть побольше поатаковать. F1 на F4, кстати, можно скинуть точно. Так, бойцы. Подтвердить, поехали, F4. F2, F4. F2, F4. Что, он погорел, больше не хочет? Конечно, больно так прилетает, конечно. Очень-очень, я бы сказал, даже. Все, тут 99 остается. Мы, в принципе, справляемся. Какие мы там? Нормально, мы четвертые. Куропан отстает. Тут даже Совлор на 8-м месте. Где там наши братаны? Ова, Лупидольчик 15-й. Где Хайзен? Хайзенбергич 41-й. Ну, неплохо. Аутуминмей. Наверное, не наш аутум. Ну ладно, передадим аутум, привет. Так, атака. Еще 11 есть атаки. Все, это мушки больше нет. Сколько там? За 20 минут, в принципе, за 25 минут мы ком-9 забираем, так-то неплохо. Ну блин, очень-очень затратно реально. Не отключение, только уже сколько на... А нет, слушай, на 3 часа всего лечения. Не так уж и много, я думал, больше. Ну, неплохо он так поджег. Биг Дэдди. Не, горит, поджег все-таки он его. Да. Неплохо так. Вы реально представьте только себе, если они прилетят всем кланам. Это будет реально мега жесть. Давай попробуем на F2 все-таки скинем. На F3 точнее. Еще потратим. Так, что там? Лучники и повозка. F3. Но F3 у нас слабенький реально. Для того, чтобы забирать. Но он все-таки в состоянии как-никак. Legends of Pikachu. Так, а эти что, ком-9 забирают? Ага, эти забрали, чем АРГ, да? Забрал ком-9. Тут кто ком-9 забрал, а тут? Тут пика забрали, да? Угу. Ну, молодцы. Ну, я так понимаю, они там всем составом атаковали-то, не только своим кланом. В 3 клана. А мы тут, по сути, в 2, да, такое? Так, что у нас тут по атакам-то? 31. Еще успеем разик сбегать. Да, тяжеловато идет, если честно. Самое главное, мы набираем топовые очки и получаем то, что нам необходимо. Так, F3. Еще F4 успеет атаковать. Но здесь у нас нету, все-таки тут ST4R послабее, там у нас клан-то посильнее. Здесь у нас что-то 20-30 человек из нашего клана сюда пришло. Там у нас еще фуловый наш клан остается. То есть, Тар, вот, смотрите, сколько много. Кальмар, Фёст, тут еще вон. Точно много человек, которые смогут пробивать. Так что, все, огонь.
отлично. Мы влетаем в этот топ. Пускай самый последний, но мы это сделали. Там остается, блин, 3 зомби. И забираем сейчас все призы. Призов тут вообще целая куча. Бу-бух, ура. Так, забираем сначала все победы. 138 этих еще медалек. Всего-всего-всего тут помногу. Так, а тут лагеря мы заняли. Так, по 6 миллионов ресурсов мы получаем с ком-9. 50 кристаллов, это вообще прям мега круто. 12 тысяч вот этих медалек, это просто шикарно. 6 миллионов патронов, один день ускорений, еще по 6 миллионов ресурсов, итого 12 миллионов ресурсов, и плюс 2 косаря кристаллов. Пфф, вообще пушка. Все, всем спасибо за просмотр. Всем до завтра. Завтра мы еще один ком-9 уже наш будем захватывать. Вот этот вот. Он нас ждет. Лечение тут, конечно, 4.38 можно запускать.